Всем здравствуйте, это я, Романыч на максималках. И наконец-таки здесь я с вами выхожу на связь. Это, если что, мой второй канал, поэтому кто вдруг не подписан, обязательно спуститесь, посмотрите, подписаны вы или нет. И если нет, то смело оформляйте подписку, потому что, ну, здесь, как мне кажется, тоже интересный контент. Здесь то, что не попадает на основной канал, и порой здесь есть даже что-то более интересное, чем попадает на основной канал. Вот такой вот парадокс. Сегодня, как вы поняли по названию ролика, будет распаковка моего подарка от Xiaomi. Подарок от Xiaomi для меня, ну или как, типа, Xiaomi прислали мне подарок. Ну, короче, вы поняли, это посылочка, в которой мне Xiaomi в честь моего дня рождения, которое было уже практически месяц назад, чуть-чуть с опозданием, отправили подарок. Сегодня вместе с вами посмотрим, как оно что. Я чисто вот так вот просто здесь с краюшки чуть-чуть прискрыл посылку, чтобы чисто понять, это что такое вообще пришло, потому что у меня трека никакого не было. И оказалось, что это, да, действительно посылочка от Xiaomi. Лично для меня на мой день рождения. Погнали! Xiaomi отправляют эту посылку, реально просто от души отправили. Поэтому все, что бы там ни находилось, я искренне принимаю. Ну, если, конечно, там, ну, вы сами понимаете, не навалили там чего-нибудь нехорошего. Все остальное я от души принимаю, потому что любой подарок это хорошо. И это тот случай, когда хорошо внимание. Xiaomi взамен ничего не просили. То, что я сейчас снимаю этот ролик на второй канал, это просто мое желание. Ну, типа, с вами, с близкими, вместе это все дело посмотреть. Итак, вот такая вот быстрая посылка. Долетело это где-то примерно неделю назад до меня, и вот все руки не доходили посмотреть. Вот такой вот пакет. Вот такой вот пакет. Здесь подписано, что это именно для меня. Видать, возможно, кому-то еще эти подарки отправляли. Мне сразу Xiaomi говорили, кстати, привет Володе. Если он вдруг этот ролик как-то попал до него, он смотрит. Огромное спасибо. Это он был инициатором. Это, получается, российское представительство Xiaomi. И вот Володя там отвечает за пиар, за маркетинг. И мы как бы с ним взаимодействовали, потому что Xiaomi 10T Pro, когда мне последний раз присылали, благодаря нему он у меня и появился. Взял я его на тест, и после этого Xiaomi Mi 10T Pro назад уехал туда, в российский офис Xiaomi. И вот когда он узнал, что ВКонтакте он увидел, что я там типа пощу фотографии, что у меня день рождения, вся херня, он такой говорит: блин, поздравляю, туда-сюда, говорит, мы тебе хотим небольшой презент отправить. Поэтому я сразу понимал, что здесь что-то должно быть небольшое. Итак, первое, что мы с вами видим, это вот такие вот стикеры. Давайте посмотрим, что у нас там по внутряночке. Вот это вот самый главный сюрприз, я вижу, это у нас набор отверток. Блин, мать его, это очень нужная тема именно для меня, сейчас объясню почему. Всякая шелуха там, чтобы это было максимально красиво и мягко. И вот такая вот, собственно говоря, открытка. Все, больше ничего по ссылке нет. С днем рождения, фирменная от Xiaomi. И здесь уже подписано, что Рома, рады поздравить с днем рождения. Только топовых гаджетов в новом году и прекрасного настроения. Женя, Вера и команда PRT. Короче, те, кто занимается пиаром, маркетингом, ну и, короче, связи с блогерами и вот в этом всем духе. Спасибо огромное, очень приятно, особенно когда рукой подписывается. Вот это вот самое вообще душевное. Но переходим к главному, как говорит, как они сами сказали, небольшому скромному призу. Это набор Xiaomi-шных отверток. Прикол в том, что я их очень часто видел на AliExpress, но так получалось, что, как всегда, до таких вещей руки не доходят. И на это все смотришь, такой, типа, да, надо бы купить, но давай как-нибудь потом. А потом нету денег, и вся такая херня. Ай. Пойду за ножом. Я на вот этом, по крайней мере, своем втором канале, Романыч на максималках, очень часто люблю разбирать какие-либо колонки. И вот все, что связано с вот этой вот электроникой, нашей вот этой вот потребительской, небольшого форм-фактора, там зачастую такие мелкие неудобные винты, что, конечно же, у меня в арсенале нет таких отверток. А плюс еще бывают какие-нибудь там шестигранники, еще вот эта вот вся шляпа. И, конечно, я впадал в ступор и все думал, блин, но надо отвертки 100% вот такие вот приобрести, особенно если ты занимаешься разбором
такой небольшой какой-то техники. Ни хрена себе, запаковали. Так, насколько я понимаю, оу, щит, это вообще сильно. То есть это с металлическим все идет, вот таким вот прекраснейшим кейсом. Это вообще хорошо. И дальше получается, если тебе понадобились отверточки, ты нажимаешь вот так на кнопку, четко у тебя выезжает вот такой вот приличный набор отверток. Можно абсолютно любую тему навернуть, и ты просто здесь в два счета разбираешь абсолютно любой гаджет, скорее всего там 99,9%, все, что может тебе попасться, в том числе и что-то там связанное, если вдруг смартфон какой-то решил раскрутить, iPhone восстановленный, то без проблем ты здесь можешь это сделать. Достаточно плотно сидит, кстати, прям хорошо сидит. Я думаю, что магнит здесь вроде должен быть неплохой, я думаю, что со временем проблем не должно быть. Здесь реально набор, ну просто всего, что только ты захочешь. Здесь есть и плоский вот такой вот вариантик. Здесь есть и крестовые отвертки от самой малой до самой большенькой. Здесь есть и шестигранички. Шестигранички есть, подожди. Сейчас я вам точно скажу. Да, это шестигранник. И снежинки. Ну или как они там называются. И шестигранички. И, короче, все, что только ты пожелаешь, здесь есть. И плюс все как бы обозначается. Если тебе понадобилось, например, трехугольненькая отвертка, вот такая вот, да, нестандартная, а может такое попасться спокойно, если ты будешь что-то у китайцев там разбирать, то, пожалуйста, она тоже есть в наборе. Короче, тот самый набор на все случаи жизни, и я такую тему себе давно хотел, и вот реально, блин, вот попали просто вот так вот Xiaomi, когда мне это присылали. Огромное спасибо! На самом деле, я не зря вам сказал, что очень ценится внимание. Здесь просто от души. Никто, другие компании просто поздравляли, но не было такого, что говорят, сейчас что-то тебе отправим. Да они не обязаны отправлять, давайте скажем так откровенно. Xiaomi решили поздравить. Большое спасибо с ним. Я с российским представительством, в принципе, ну не так давно, скажем, связь держу, и они мне уже подогрели. Большое спасибо. Вот такой вот подарок я распаковал. Все остальные подарки уже вам не буду показывать, потому что я их давно распаковал. Мне друзья в этом году на день рождения, как в принципе и два года назад, решили меня подогреть зачастую алкоголем. То есть прям такой мощный, крепкий алкоголь. В основном это был виски. Кто-то дарил деньги, кто-то дарил карточки на рыбацкие магазины. Вот, в принципе, это был мой арсенал подарков на 26-летие. Вот, в принципе, как-то так. Подписывайтесь на Романыч на максималках. Я вам еще раз здесь скажу, потому что здесь вот такой вот максимально душевный, простой контент. На этом сегодня и все. Все, давайте, красавцы, пока!